У нас такие были. А здесь вот только появились в Атлере. Вот такие вот симпатичные с кленовым листиком. По 50. По 77. Вот таких зеленых я не видела кашпо. Красные, белые были. Такие тоже были. А вот зеленых не было. Так, что у нас здесь? Бальзам-кондиционер для волос. 55 рублей. Так, в ассортименте. Такой вот ассортимент. Так, шампунь 55 рублей. Давайте посмотрим. Сьюз появился, 750 миллилитров, шок цена. Но шок цена действительно 99 рублей. 190-90. Конечно, Сьюз хороший шампунь, но 199. Но в принципе в других магазинах он стоит и 200, и 250. Поэтому, в принципе, цена приемлемая. Так, давайте смотреть, что нового есть в этом магазине. Мыло в ассортименте. Так, а вот это что такое? Крем для ног. 99. Зеленая аптека. Крем также для ног, кора дуба и экстракт грецкого ореха. Мне кажется, грецкий орех прям классно. Так. Что еще? Восковые полоски. Я пробовала эти восковые полоски. Вы знаете, что-то они очень жестокие. Мне не понравились. Стоят они здесь 77. Пантенол. Пантенол на юге, кстати, очень даже приходится. 55 рублей. Хорошая вещь. Так. Что у нас еще новенького? Я смотрю, только что новое есть. Крем для лица. Зеленая аптека. 99 рублей. 200 грамм. Так, ополаскиватели Colgate 99, в ассортименте различные есть. Сплаты разбирают зубные пасты очень хорошо на юге. Некоторые не берут с собой, забывают, поэтому берут. Вот такая вот зубная паста. Я не видела такую. Комплексная зубная паста. Новенькая. 130 грамм. 50 рублей. Ну, парфюм я здесь не люблю. Конечно же. Ну так, если в машину поставить, чтобы небольшой был ароматик. Так, ну давайте с вами пройдем вот отдел для животных. Что в Адлере есть? Корм разбирают. Вот сами видите, китикет прям на ура уходит здесь. Цена по 12,50. Различные. Вот есть, допустим, Фрискас с ягненком.
Так, что еще есть здесь? Тоже с ягненком. Китикет у нас идет. Говядина с соусом. И что еще? Давайте посмотрим. Тоже говядина с соусом. Так, что затем у нас еще есть? Вот такие вот кормушечки, чашечки. Ой, какие симпатичные. Сейчас я разверну аккуратненько. Вот, допустим, для котика. С лапками, с такими. Красота. В синем цвете и что здесь в белом цвете. Затем вот такая вот кормушка есть. Тоже с котиком. С лапками. В синем цвете и в белом цвете. Ну, игрушек мало. Что у нас еще есть? Так. Для брюк, вешалки и юбок по 55 рублей. Раз, два, три. Три штуки. Плечики. Вот такие вот очень плечики удобные. 55 рублей. Две штуки. Или нет? Одна штука. 55, одна штука. Мне кажется, она будет очень удобна. Вот здесь вот не вытягиваются плечики у одежды. Цвета. Голубой, зеленый, черный, красный. Амеля! Так, затем три штуки, 55 рублей. Вот такие вот плечики. Ничего страшного. Так. Вот такие вот короба. Короб с крышечкой. У нас такие уже были. Но мне кажется, они были везде по 99 рублей. Немножко цвет только какой-то другой был. Так, что здесь? Одежда. Панамочки, кепочки по 99. Вот. Муж решил померить. Маловато, маловато вам она. А здесь, наверное, она регулируется? Да, регулируется любое. Ну, небольшой ассортимент одежды. Так, что у нас еще здесь есть? Ой, а вот эта симпатичная шляпка. Сделана она, знаете, как под фетр. Конечно, это не фетровая шляпка. Мерить не буду. Не будешь мерить? 199 рублей. Ушки сделаны. Посмотрите, вот ушки. Как у медвежонка или у котика, не знаю. Смотрится очень даже симпатично. Конечно, бы хотелось с примерочкой бы такую шляпку. Давайте посмотрим. Нет, не будет мерить. Муж отказывается. Говорит, не его типаж. А зря. Также шляпки разнообразные по 99 рублей. Вот эта вот была шляпка 199. На ощупь очень приятная. Но также шляпки, панамки. Можно с собой, кстати, в Адлер не брать шляпки. Вот я с собой привезла. А можно было бы не брать здесь вот разнообразие большое. Да, у меня голубая, и мы с вами делали мастер-класс, украшали. Кто не смотрел, посмотрите. Фикс-прайс шляпка, переделка, украшение. Затем вот такие вот кепочки есть. В синем и черном цвете по 99 рублей. Симпатичные. Также всякие сланцы. Кто забыл сланцы, можно купить здесь. Ну, конечно, лучше с собой брать, но если вы забыли, то можно купить и фикс-прайсе город Адлер. 99 рублей. На девочек, на мальчиков, женские и мужские. Тапочки. Тапочки домашние. В клеточку. 99 рублей. Клетка есть бордовая и коричневая. Вот такая вот. Тоже по 99 рублей. Вот они, кепочки. Симпатичные, кстати, неплохие кепки. Есть также и в сером цвете.
Также, девочки, есть и сланцы. Сланцы можно купить тоже здесь, если вдруг у вас они вышли из строя, провалились, или вы забыли, собираясь в отпуск, можно купить сланцы в фикс-прайсе. Каждая пара стоит 99 рублей. Такие мягкие, приятные. Цвет, вот сейчас посмотрим, какой цвет есть. Цвет есть вот такой вот, как бы восточный тип. А затем есть мужские, вот такие вот с капелькой, до 45 размера. Потом русский орнамент, такой симпатичный. Размеры можно посмотреть и, наверное, найти для себя. Так, что у нас здесь? Носочки. Также панамочки на детишек симпатичные и не очень симпатичные. Цены 77-55. Так, что женские сланцы, ну и они уже давно в продаже. 99 рублей в розовом цвете, в синем. О, давайте достанем. В синем цвете с желтыми полосочками. У некоторых здесь есть вот выскочили, можно найти и хорошие. Так, вот не могу достать. Вот такие вот сиреневые. 99. Затем красные. Прекрасные. 77 рублей. Так, что у нас дальше? В фикс-прайсе можно также приобрести и мороженое, девчонки. Здесь жара неимоверная в Адлере. Так что можно и различное мороженое. Вот, замечательно. Посмотрите, щербет, пломбир. Ну, я в последнее время подсела на мороженое «Коровка из Кореновки». Сейчас покажу вам цену на мороженое. Также пиво. Пиво по 77, по 50, по 25 вот в баночках есть. Также и в стекле пиво есть 25, 50, по 50, по 77. Вот такое я не видела, допустим, такое пиво. Трехгорное, оригинальный. Ой, тяжелое. Литр здесь написано. Жигулевское. Я думала, уже жигулевского пива нету. Оно было, мне кажется, давно. Так, что здесь? Хамовники. Также жигули. Сухарики различные. Также, если вам жарко, можно приобрести и водичку. Вот маленькую поставить к себе сумочку, святой источник, стоит 16 рублей. Так, затем вода святой источник 0,33. Так, что еще здесь есть? Вот Эдельвейс газированная, Снежинская спорт, вода различная, газированная, сладкая, не сладкая, просто вода. Так, что еще есть? Сок гранатовый, вот такой вот. Давайте достанем. Вот. Гранатовый сок в стекле. Так, сколько он? Литр 50 рублей. Соки в тетрапакетах по 50 рублей. Ну и продукты. По продуктам мы сегодня с вами не пойдем. Нет. Так, что у нас здесь тарелочки? Тарелочки вот такие вот. Люминарк фирма. Красивые. Рисунок и цвет один.
Вообще тарелочек очень мало. Вот видите, разобрали. Вот такая вот с орхидейкой. Тоже люминар. Вообще посуды мало. Разбирают. Стопочки. О, тут даже стопочки разбирают. Вот видите, очень мало стопочек. Зубочистки по 12 рублей. Стопочка 4 штуки за 50 рублей. Одна штука 12,50. Тарелочки по 99. Пиалки различные по 77 рублей. Бульонницы по 55. Посмотрите, какая красота. Горошек есть салатового цвета, оранжевого цвета. Красивая. Также есть серого цвета. Очень мило, по-веселому, по-летнему. Я люблю такие летние цвета. Летом они прям придают настроение. Бульонницы 55 рублей. С фактурой такие красивые бульонницы. Так, что у нас еще? Тарелочки 19 сантиметров. Стоят у нас 55 рублей. Цвета, рисунки различные. Красивые. На юге пользуются спросом. Пиалочки различные. $55. Затем я увидела вот суповая тарелка называется. Но я бы ее все-таки назвала салатная. Салатник. Но, как заявляет продавец, это суповая. Спорить не буду. Суповая так суповая. $99. Цвета и рисунки различные. Красивые. Можно даже выбрать набором. Так, давайте еще посмотрим. Вот такие вот красивые. Обнаружила я здесь и большие квадратные тарелки. $99. Так. Набор для салатов. Но, наверное, это все-таки и для салатов, и для изготовления теста. Можно здесь приспособить. Формочки различные, силиконовые. $99. Ну, форма так себе, конечно. Так, что еще есть? Так, вот такие вот контейнеры для ножей. Сюда ставить ножи. Я такие уже покупала. В принципе, неплохо. Так, набор эластичных крышек. Две штуки. 77 рублей. Они прям действительно эластичные, мягкие-мягкие. Принимают форму на банку, когда вы ее одеваете. Так, что еще? Так, что еще? Здесь есть контейнер для шашлыка. Здесь очень многие все-таки шашлыки делают и сами в гостиницах разрешают. Поэтому очень классно купить и замариновать шашлычок здесь. Так, что еще у нас? Ну, это кто едет назад, в дорогу покупает. Дошираки, роллтоны. Очень удобно, допустим, в том же бокале заварить и быстренько перекусить.
Мы обратно поедем, уже у нас будет с обедом поезд, муж брал, поэтому мы не будем покупать. Ну, бытовая, все уже как у нас, ничего нового. Посмотрим дальше, пойдем. Органайзеры акриловые. Здесь они есть в ассортименте. Выдвигается такая шкатулочка. 99 рублей. Потом для помад. Ну, можно и кисти сюда приспособить. Палетки различные. $99. Так, что еще есть? Щеточка для умывания. В сиреневом цвете. Силиконовая она, очень мягкая. 55 рублей. Одеваете на пальчик и можно тщательно умыться. Так, что здесь новенькое у нас? 55 рублей. Мелок для временного окрашивания волос. Да, это в новиночке. Вот покажу вам. Получается как мелирование. Резиночки пользуются спросом на море. Раскупают. Щетки. Вот смотрите, щетка в новиночке. 99 рублей. Таких щеток не было. Расческа для волос. В розовом цвете. Она с одной стороны сиреневая, с другой стороны розовая. Так, на ощупь она такая приятненькая. Расчесываться будет хорошо. Так. Кисточки различные мы уже видели с вами. Были они. Для педикюра наборы. Здесь тоже можете не везти с собой. Все есть, можно купить. Так, сюда входят и щипчики, и щеточка, и, как называется, пилочка. Косметички различные, если вам нужны, можно приобрести. Такая вот красная. Очень мягкая и приятная черная. А еще мне очень понравились, девочки, вот такая вот, ой, в серебре. Красавица, 99 рублей. А еще в новиночке у нас появились здесь контейнеры для сдачи анализов. Вот. 55 рублей. Так, мультипласт, водостойкий. Наверное, я себе один приобрету, потому что натерла ногу, попал в сланец песок, и мне как раз пригодится на сегодня. Так, сумочки. Какие сумочки здесь? Сумочки на кнопочке. И здесь два карманчика. Вот такие вот, вот два карманчика. Затем красные, мягкие, кстати, сумочки. И на ремешке, на узеньком, вот таком узеньком ремешочке. Ой, сейчас вытащу вот такой вот узенький ремешочек. Но сумочка очень мягкая, приятная. А понравились мне сумки, допустим, можно взять на пляж. Вот такие вот с кошечкой. Сейчас покажу вам. Холщовая такая сумочка. Котик здесь нарисован. Ну, качество так себе. Но на пляж можно очень даже с ручками. Все для вас, если нужно. Если забыли. Так, что у нас здесь с рамочками? Рамочки. В городе Адлеры, в магазине Fix Price. 99 рублей в черном таком цвете. Симпатичные, кстати. Размер 15 на 21.
Так, какие еще есть здесь рамки? Рамочка 21 на 30, 99 рублей. В бронзовом, в сиреневом цветах. Затем рамочки еще есть за 99 рублей в коричневом цвете. Вот, фотографируйтесь на море. И чтобы не забывать об отдыхе, о замечательном времени, которое вы провели, можно фотографию поставить в такую рамочку. А вот новиночка, я не видела такую рамку. 99 рублей, рамка на 2 фото. Называется Венеция, 10 на 15 с паспарту. Дерево. Вот рамочка мне такая пригодилась, конечно, но с Адлера к себе я не повезу ее. Может быть, у нас в магазинах тоже есть. Так, что здесь еще? Свечи. Свечи красивые. Кстати, на берегу моря безопасно. И можно сделать романтик. Романтик очень даже будет красиво. Свечи вам пригодятся. Свечи по 99, 77, 55. Подсвечник. Крышка деревянная. Там свеча. 55 рублей. Железная такая шкатулочка. Здесь свеча, аромат. Аромат очень приятный, знаете, пахнет карамелькой. Цвета у шкатулочек, у этих баночек, только вот такой вот красный. Очень даже симпатичный, пахнет вот так. Также есть свечи в стакане. Морской бриз. Ну, аромат морского бриза я не чувствую. Может быть, потому что закрыта свеча. Еще есть аромат нежный шелк. Нет, не чувствую, потому что закрыто. И мак. 99 рублей, повторюсь. Так. Ой. А что тут новенькое такое? Слепи свечу. Отличный подарок для себя и друзей, и близких. Так, слепи свечу. Девочки, мне кажется, действительно, 77 рублей можно с ребенком как раз вечером заняться таким изделием. Вы сделаете свечу вместе с ребенком, и будет это ваше изделие. И занять ребенка на вечер можно. Очень даже симпатично. Классная вещь, я думаю. Так, что здесь еще? 77 рублей, ароматизированное подвесное украшение. Так, а вот это что такое? Такого я не видела. 55 рублей. Это что у нас? Сейчас посмотрим, что это. Есть в виде пирожного. Пластичная масса. Это пластичная масса. В виде пирожного. Там это футляр, там будет пластичная масса. 55 рублей. Так, затем есть вот такой футляр в виде звездочки. В виде сердца. Цвета различные получаются. 55 рублей все. Так, а еще есть тоже в новиночке, я такого не видела. Это идет насос и шарики. 55 рублей, это прям даром. Шариков здесь 10 штук. Шары воздушные в комплекте с насосом. Обычно покупаем мы шарики и не знаем, чем надуть их. А тут в комплекте, вы посмотрите, здорово. Я прям поддерживаю это. Так, что у нас еще новенького? Вот такого я тоже не видела набора. Магниты. Все необходимое для работы находится в коробке. 5+.
Так, ну давайте что-нибудь еще посмотрим. Наклейка, светильник. Неоновые палочки. 55 рублей. Давайте я вам покажу. Их в упаковке 10 штук. Я так понимаю, они, наверное, будут светиться. Для того, чтобы палочка начала... Ну да. Тут мне подсказывает... Будет прекрасным дополнением на вечеринке. Подсказывает мне муж. Он ходит тут тоже, смотрит. Интересно. Заодно и подсказывает. Пусть подсказывает. А посмотрите, какие наливные яблочки, девочки. Здесь декоративные овощи и фрукты. Так, есть яблочки, есть грибочки. Так, давайте еще посмотрим, что там еще есть. Опа! Тыковка. Вот такая вот тыковка. А почему? У нас сейчас мы посмотрим цену. Цену я не вижу. А что еще есть? Есть лимончик, груша. Вы знаете, сделано качественно. Жестковатые такие, не мягкие, пальцем не продавишь. Так, что еще есть? Так, волшебные бомбочки. 290 штук. Вау, вот это да. Круто. Вы наливаете воды. Из пятого этажа бросаете. Безобразие какое. 55 рублей. Так. Я думаю, что такое детям покупать не надо. Так, что у нас еще здесь есть? Камешки различные. Красивые и не очень. В виде морских звездочек есть такие вот украшения. Так, а еще, ой, какая прелесть. В виде сердечек. Я не знаю, видно, нет? Вот, украшения декоративные, сердца. Маленькие такие классные штучки. Так, а еще я вот увидела, вы посмотрите. Стоит, уже вижу, 77 рублей. Такое вот украшение. Как здорово, прелесть. Сейчас как раз наступает осень. И... это в тему. Красиво. Корзинка с фруктами и овощами. Вот они различные здесь. Красиво. А что еще у нас здесь есть? Так, а здесь у нас пирожное мягкое такое. Пирожное. Различные, различные. 55 рублей. Такие приятные на ощупь. Ну и много чего к празднику здесь есть. Очень много. А еще мне тут муж показывает, что он аксессуар для праздника. Шар желаний. На берегу моря вы зажигаете вот такой вот шарик и загадываете желание обязательно вернуться сюда. Так, здесь есть как пользоваться и правила техники безопасности. Ну что, дорогие мои, кто не был в Адлере, я вас приглашаю, приезжайте, отдыхайте. Солнце, море, пляж вас зовет. Пока-пока. А с вами была Светлана. Мы с вами были в магазине Fix Price. Торговый центр «Орбита».
если кто... Если кто вдруг будет искать магазин этот, вы его легко найдете. Он, в принципе, в центре. Вот посмотрите, орбита, магазин Фикс Прайс.